Добрый день, дорогие друзья! У нас с вами сегодня пятый грамматикум. Проходим с вами глагол avoir, который переводится как иметь, и не только. Мы с вами посмотрим разные его значения. Очень популярный глагол, который также помогает нам в сложных временах, которые будем изучать с вами позже. Посмотрим, как он спрягается. J'ai, tu as, il a, elle a, nous avons, vous avez, ils ont, elles ont. Все по правилам тех глаголов, которые начинаются с гласных. То есть «je» здесь усекается, получается «ж», «же», и тут везде читается «з». Еще раз прочтем. «Je», «tu as», «il a», «elle a», «nous avons», «vous avez», «ils ont», «elles ont». Сложный глагол, потому что нужно очень широко открывать рот, если вы хотите это произносить красиво и по-французски. И посмотрим в отрицание. Обратите внимание, что здесь не «ne», а «n» апостроф, потому что опять повлияло гласное, которое следует дальше. Je n'ai pas, tu n'as pas, il n'a pas, elle n'a pas, nous n'avons pas, vous n'avez pas, ils n'ont pas, elles n'ont pas. Теперь произнесем еще раз, но более плавно. Одним словом, je n'ai pas, tu n'as pas, il n'a pas, elle n'a pas, nous n'avons pas, vous n'avez pas, ils n'ont pas, elles n'ont pas. Повторите несколько раз, остановите видео и потом продолжим дальше. Продолжаем. Сочетание. Avoir можно использовать, например, со словом faim. Это голод. Вот он. И получается, что дословно я имею голод. То есть я хочу есть. J'ai faim. В принципе, француз чаще скажет, что у меня голод, чем я хочу есть. Je veux manger. J'ai faim. Дальше. Avoir chaud – это мне жарко, дословно. Я имею жару, я имею тепло. J'ai chaud – противоположность. J'ai froid – мне холодно. Я имею холод. J'ai soif – у меня жажда. J'ai sommeil. То есть лучше более по-французски сказать, что я имею сон, чем мне хочется спать. J'ai sommeil. И j'ai mal à la tête – у меня болит голова. Еще раз прочтем. Faim, chaud, froid. Soif, sommeil, mal à la tête. Eh bien, читаем. J'ai chaud, tu as froid, il a chaud, elle a froid, nous avons chaud, vous avez froid, ils ont chaud, elles ont froid. Et теперь плавнее. J'ai chaud, мне жарко. Tu as froid, тебе холодно. Il a chaud. Ему жарко. Elle a froid. Ей холодно. Nous avons chaud. Нам жарко. Vous avez froid? Вам холодно. Ils ont chaud. Им жарко. Elles ont froid. Et voilà. То есть вы произносите, и все мысли ваши должны верить в то, что это действительно фраза «Oui, j'ai chaud», «j'ai froid». Вы это должны прям почувствовать. Тогда интонация будет естественная. И, конечно же, нужно хорошо артикулировать. И в отрицании «Je n'ai pas mal à la tête». У меня не болит голова. «Je n'ai pas mal à la tête». «Tu n'as pas mal à la tête». «Il n'a pas mal à la tête». «Elle n'a pas mal à la tête». «Nous n'avons pas mal à la tête». «Vous n'avez pas mal à la tête». «Ils n'ont pas mal à la tête». «Elles n'ont pas mal à la tête». Повторяйте с интонацией и хорошо артикулируйте. Еще раз. «Je n'ai pas mal à la tête». Когда вы это говорите, посмотрите на себя в зеркало, чтобы в это верили сами, с самого начала. «Je n'ai pas mal à la tête». Это же правда? Et c'est tout. Увидимся с вами на 6-м уроке. Au revoir.